Привет всем любительницам DIY! С вами я, Вика Лайн. В этом видео я вам покажу еще несколько идей новогодних открыток своими руками. А если вы не смотрели подобное видео в прошлом году, то вот можете тыкнуть сюда и посмотреть его сразу после просмотра этого видео. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то советую вам сделать это, нажав на красную кнопочку внизу. Ну а мы поехали! Начнем с открытки, на которой варежки. Я думаю, что скраб-бумага с голубым узором сюда хорошо подойдет. Дальше из бумаги в красно-зелено-белых цветах вырезаю 4 варежки. 2 одной стороной, 2 другие зеркально. Приклеиваю их с двух сторон от веревочки. Чтобы добавить больше деталей к открытке, я вырезаю круг с полоской от упаковочной бумаги, на которой снимаю. Теперь вырезаю зеленые листики, штук 5 будет достаточно. Делаю их поярче с помощью текстового делителя. Начинаю приклеивать все на основу. Сначала эту деталь, две ленточки, подгибая у них края. Затем листочки. С веревкой для варежек я немного не рассчитала, поэтому приклеиваю ее вот таким узлом. И сверху бантик из той же веревки. Тут в процессе создания открытки я подумала, что под эти две веревки можно добавить красный бантик, но вы приклеиваете его сразу. Сверху на все эти бантики приклеиваю декоративные ягоды, а на кружок надпись «С Новым годом!». На открытку добавляю бусин и страз. И все, она готова! Для следующей открытки понадобится только бумага и золотая ручка. На ней вам придется нарисовать оленя, сначала карандашом, а затем обвести ручкой. Внизу я добавляю надпись «С Новым годом», а сверху рисую снежинки этой же ручкой. Если бы у меня была ленточка такого же оттенка, я бы приклеила ее. По-моему, получилась очень стильная открытка. А для последней открытки в качестве фона я решила использовать не скраб-бумагу, а обычную белую, на которой сделала градиент при помощи акрила и губки. Для нее рисую оленя, который уже подпрыгнул, летит и собирается приземляться. Ну или просто летит. Прямо на бумаге я его раскрашиваю и вырезаю.
приклеиваю на открытку, потом рисую черной ручкой детали. И самое интересное, пришиваю к открытке бубенчики. Можно, конечно, и приклеить, но так надежнее. Под оленем приклеиваю тонкую ленту на толстую. И все это на открытку, заворачивая края. Сверху приклеиваю бантик и пишу «С Новым годом!». Вот и все! Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, последнее в 2019 году. Я желаю, чтобы в новом году у вас исполнили все желания, заветные мечты, чтобы вы обязательно достигли цели, к которым давно стремитесь. У вас все получится. Я люблю каждого из вас. Пока!